Безбрежное голубое небо, сверкающее синева Волги и сияющее солнце. Такими волгоградцам запомнились эти выходные, ставшие одним большим праздником. В этом году Волгоград отпраздновал свой 433-й день рождения. Жители и гости города-героя смогли своими глазами увидеть яркие и динамичные выступления, в том числе масштабную парусную регату и головокружительные номера на флайбордах, прошедшие прямо в акватории Волги. Очень понравилось. Думала, что оно по времени чуть позже, потому что по расписанию просмотрели. Бежали с племянником от самого речпорта сюда. Очень счастливы, довольны, смотрим, любуемся, радуемся. Все здорово. День города стал настоящим праздником и для студентов волгоградских высших и среднеспециальных учебных заведений. На площадке нового большого амфитеатра с чарующим видом на Волгу состоялся молодежный фестиваль. Здесь каждый вуз и СУЗ города представил свои яркие и творческие номера, подчеркивая уникальность и креативность своих альма-матер. Вместе с первокурсниками, которые в этом году делают свои первые шаги в выбранной специальности, в фестивале приняли участие и студенты старших курсов. Так, Дарья – студентка 6-го курса Волгоградского медицинского университета. Для нее вуз не просто альма-матер, но и, без сомнения, важная часть жизни и второй дом, с которым не хочется расставаться. Грустно, конечно, потому что студенческая жизнь – это, как говорят, студенчество – это лучшие годы. Очень здорово. Друзья, конечно, любовь, новые знания, новые знакомства – творческая деятельность, очень много всего. Это моя жизнь, это мой дом. А как вам сегодняшний праздник нравится? Очень нравится. Все такие веселые, светит солнышко. Здорово. Изюминкой праздника стали авиагонки, прошедшие прямо над Волгой, напротив центральной набережной. Участникам предстояло показать все свое летное мастерство, преодолев специально установленные ворота на определенной высоте. Не возбранялось показать и фигуры высшего пилотажа, тем более, что погодные условия это позволяли. Настроение чудесное, погода, правда, очень хорошая, нам повезло с погодой, все очень красиво. Очень так интересно, и дети очень хотят. Мы прям ждали этого дня, выбрались специально, чтобы сходить на нашу, на номер новую, очень красивая набережная. Очень красиво все сделали. Завершил вечер зажигательный концерт на центральной набережной. Своими песнями «С днем города» Волгоград, его жители и гостей поздравил известный исполнитель и музыкант Владимир Пресняков. Финальным аккордом празднования стал масштабный красочный салют. Ксения Колоскова, Мария Мандрыкина, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».